Всем доброго времени суток, с вами Соп, и мы продолжаем прохождение игры Horizon Zero Dawn. Ну или Horizon Zero Dawn, кому как больше нравится. В прошлой серии мы с вами прошли котел, котел Сигма. Вот, получили некие навыки, а именно, я так понимаю, возможность управлять новыми машинами. Ну, не то чтобы управлять, подчинять себе, да, новые машины. Так, ну и также мы продолжаем искать енотов для того, чтобы получить шкуру енота. Рыбу, чтобы получить кости рыбы. Для того, чтобы увеличить наши запасы. Опа, у нас здесь есть краб, да? Что ж, давайте попробуем его завалить. Так, мы умудрились оглушить их. Так, нас этот рыскар сейчас может спокойненько завалить. Блин, их тут много, их тут целых четверо. И плюс еще краб, да? Скраб, точнее. Ну что, свалим потихонечку. Давайте. Да, рыскарей тут даже очень много. Минус два рыскаря. И давайте свалим, попробуем завалить этого скраба, да? Так, что у него из уязвимости? Пробитие и все. А, электричество вроде как, да? Он подвержен какому-то электричеству. У нас пока не особо получается, да? Ладно, возьмем большой бронебойный и попробуем его все-таки вальнуть. Вдруг у нас выйдет. А вот и выйдет. Да. Сердце с краба у нас получить не вышло. Но ничего страшного. Зато у нас получилось добыть много других ресурсов, да, насколько я понимаю. Спокойно, спокойно. Проводов только не хватает. Жаль. Хотелось бы получить все-таки это сердце с краба. И купить уже большую, то есть тяжелую броню. Да, рыскари для нас уже вообще не проблема. Да, конечно, в большом количестве они нам еще мешают жить. В общем-то. Но не так, чтобы уж сильно. Так, я тут явно слышу... водопад. Но нам водопад не сильно нужен, да? Чем мы займемся сегодня? Думаю, что стоит нам немножечко еще прокачаться. Достигнуть 18 уровня. Что это такое? Баг какой-то, да, нашли мы? Да, баг. Ну и хрен с ним, не будем заострять внимание на нем. Интересно, это у нас был енот? Нет, да, был енот. Но, к сожалению, это не то, что нам нужно.
У нас тут еще кабан рядышком, да, ходит, бродит. Кабан, нам нужен собирать кабанов для того, чтобы мясо получать с этих кабанов. Стоит ли нам ходить туда? Тут спокойно себе пасутся жвачники. Сердце рыскаря получили. Кстати говоря, он там еще один рыскарь, да? Тусит у нас. Да, рыскари для нас уже не такая уж и большая проблема. Мы их разбираем. Ну, при условии того, что если попадаю я точно в глаз ему, этому рыскарю, разбираем мы их уже конкретно быстро достаточно. Так, что будем делать дальше? Наверное, нам стоит каким-то образом пополнить запас наших медикаментов. Такая красивая. Опа. Вон там у нас ходит явно пилозуб. Один. Два. А вон там дальше еще более какая-то хрень здоровенная, да? Забавно. Так, что, давайте попробуем пилозуба подманить. Получится ли у нас это сделать? Где наши камушки? Ага, не получается, да? Блин, сейчас нас тот пилозуб заметит, и нам хана. Давайте попробуем выманить одного. Блин, а они как бы оба идут. А, ну тот, в общем, как бы нас не палит, да, особо. Так. Что нам это даст? Он нас будет защищать теперь? Или что? Оседлать-то мы его явно не сможем, да? Ага, зато он нам поможет завалить второго пилозуба. А вы знаете, это удачно. Очень удачно. Классно. Это очень классно. Наш собственный пилозуб. А он за нами будет ходить или что? Может быть, пойдем попробуем завалить ту здоровенную тварь? Мы можем его починить или что? А, у него время идет, видите? Да, время, по которому мы его контролируем. Наверное, зря я все-таки это сделал. Да, ему пофигу, что я спрятался. Так, ладно. Он боится у нас огня. Насколько я помню.
А это кто? Ты отвали вообще от меня! Далеко ли он убежал? Уворачиваемся, уворачиваемся, в жопу тебе огнем. Но мы его завалили. А ты кто такой? Падальщик? А вот падальщик, по-моему, огня не боится. Хотя они все, по идее, должны огня бояться. Так. Давай, иди сюда. Так, и возьмем мы, наверное, большую стрелу. Мы достигли 18 уровня. Это не может не радовать. А кто у нас там? Еще один падальщик, что ли? Да, это еще один падальщик. Давайте хпшечку установим. И, возможно, попробуем. Ну, крит. Вот так вот. Пробили ему крита. И теперь спокойно можем его лутать. Что ж, давайте пособираем, что мы здесь еще сможем найти. Что там у нас ходит такое здоровенное? Интересно же. Это я приберегу. Нет, но я явно валить-то его не буду. Это наши камушки, да, которые мы пилозубов привлекали. Вот проблема, да? То есть, получается, мы можем, грубо говоря, под контроль взять себе пилозуба одного. О, что это такое? Что это? Ну, кто это? Кто это такой? Изучить-то его надо. Но он вообще огромный, да? Непонятно. Непонятно, кто это. Так, давайте боезапас подкрафтим. Я хочу понять, кто это такой. И с кем, главное, он воюет. Ведь с кем-то достаточно серьезным. Ну, блин, еще ближе подойти надо. Чтобы он на меня закрафтил жвачную. Так, зона обитания жвачника. О! Громозверь! Громозев! Да, он здоровенный. 27 уровень, да, нужен, чтобы его начать валить. Ну, безопасно валить. Ладно, на него агриться я не собираюсь пока. Мы уже зашли куда-то на город Солнца, да, какая-то у нас здесь локация. Да, вот он, Громозев. Ладно, нам совсем не сюда. Давайте переместимся в Солнечную башню. Посмотрим, что там у нас есть у торговцев. И отправимся дальше по нашему основному заданию. Что заражение распространилось по всему дому солнца. Этого не может быть. Что?
что ж. Мы вроде здесь пришли сюда. Товар. Это предметы первой необходимости. Да, он там уже летающие всякие поперли. Так, давайте пополним наш боезапас. Изготавливаем боеприпасы. У нас здесь все в норме. По стрелам. А это у нас нить. Что нам? Эхо-патрон, да? Эхо-патрон. Иди сюда. Ресурсы. У тебя есть эхо-патрон? Есть эхо-патрон. Сколько я их собрал-то? 6. Блин, 6. А что они такие дорогие-то? Ну, раз уж отправляться, то надо отправляться с полным боекомплектом. 4 на одного нам нужно, да? 4 на один эхопатрон. Точнее, 4 эхопатрона нам нужно на 5 стрел. Хорошо. Что, для вместительности у нас здесь не хватает чего? Шкуры енота. Это для колчана. Здесь шкуры лисы. Это что у нас, подсумок для нитемета? Ну, для нитемета я пока, наверное, не буду ничего тратить. И здесь у нас кость рыбы, да? Да. Кость рыбы. Давайте изготовим все возможные, насколько у нас хватит ресурсов, зелья. Здесь нету. Целебные зелья. Маленькие. Все. И большие. Все. Так, нам не хватает жирного мяса. Ловушки. Электроловушка. Так, искровой зарядник. Тоже не хватает. Ну, собственно, и все. Запас. Так, что теперь у тебя есть? Ну-ка, проверяем одежду. Знахарь Нора. Тяжелую одежду мы можем купить, да? Мы ее в прошлый раз могли купить, в принципе. И нам не хватает для защитников Нора сердца скраба. Так мы его хрен и найдем. А что у тебя из ресурсов есть? Золотой комплект быстрого перемещения. Ну, мы, наверное, сами можем его скрафтить, да, в принципе. Искровой разрядник нам нужен был для чего-то, я не помню для чего. Так, давайте попробуем что-нибудь ей продать. Ресурсы. Допустим, ресурсы. Блин, все такое аппетитное. Древняя скульптура. Стоит ли все это нам продавать? Так, область применения. Продажа предметов за металлические осколки. Продажа предметов за металлические осколки. Как только у нас изменится вот это вот купля-продажа предметов, появится, тогда мы, наверное, это... Не будем продавать, оставим. Но пока что у нас это не меняется. Вот, видите? Купля-продажа предметов. Так, изготовление предметов. Что здесь изготовление? Изготовление, изготовление. Вот продажа. Простая продажа. Опять купля-продажа, купля-продажа. Угу. Это хорошо. Это поможет мне разобраться в том, что нужно оставлять, а что не нужно оставлять. Все остальное нужно... Можно оставлять. Так, продажа предметов за металлические осколки. То есть мы дофига барахла набрали, да, который нам уже точно для крафта не пригодится. Это классно. Все, да, это нам нужно для изготовления. Ага, все. Собственно, у нас уже 3 стака дерева. Это не может не радовать.
Мы заработали кучу осколков. Прям действительно кучу осколков. Причем мы можем, интересно, еще приобрести. Что у нас из оружия? У нас копье. А копья я вроде как не видел, да, другого. И вроде как синее оружие. Нам не тимет бы синий бы, конечно, взять. Есть он у нее, у тебя в продаже? Синий не тимет, есть. Да, есть. Что, берем? В принципе, что нам нужно? 10 морозильной воды. У нас и так есть, и 180. Да, возьмем. И будем ее экипировать на всякий пожарный. Значит, можно будет продать нам вот этот нитимет, да? Да, продали. И нам еще можно сюда и сюда вставить модификации. Кстати, из одежды, я так понимаю, у нас ничего больше хорошего у нее не продается. Ну, точнее, продается, конечно. Бесшумный охотник Нора, но он и так у нас надет, да? Знахарь Нора. Эффекты, я так понимаю, это сопротивление, да, у нас 15 единиц на все. Эти доспехи прошли проверку на прочность в суровых условиях священной земли. Они выстоят под напором любых стихий. Я не знаю, стоит ли нам менять. Но мы, в принципе, можем поменять, а почему нет-то? Ну, чисто визуально, конечно, они мне не сильно нравятся. А давайте возьмем. Так, давайте продадим нашу одежду, которую мы сняли. Эту мы не можем продать? Не можем продать, да? Все. Собственно, получается все. Так, ну и что у нас? Новая одежда? Знахарь, да? Ну это вроде как тяжелое вооружение. Давайте добавим, наверное, тогда наши предметы изготовления, модификации одежды. И добавим сюда какой-нибудь эффект. Позволяет модифицировать одежду знахарь Нора тяжелый. Ткань защиты от дальнобойного оружия. Плюс 12 редкая. Плюс 5, плюс 5. О, защита от заражения, защита от дальнобойного оружия, защита от огня. Ну, значит, ставим тогда вот этот, а сюда вставим. А ничего мы не вставим. Я зеленку не буду вставлять. Оружие. В нашу прощу мы что можем вставить? Защита. Так, это что у нас? Спираль холода, плюс 30%. Как раз у нас там есть шарики, да, с холодом. Мы ее вставим и вставим электричество. Ой, вообще будет бомбовый. Бомбовая проща. Так, и нитимет. Что у нас для нитимета? А для нитимета у нас нету ни хрена никаких модификаций, да? Ну ничего страшного. А мы можем сюда поменять. Модификация будет потеряна, если вы поставите модификацию в уже занятую ячейку. Уже установленная модификация будет потеряна. Нет навыка механика. Но мне хотелось бы поменять, если честно, вот эту ячейку. Хотя она добавляет нам удобство. Но вот этот, допустим, увеличит нам. Давайте, наверное, я не знаю пока. Но зеленую надо бы заменить. Давайте вот на эту синюю заменим. Да, повреждение брони увеличим. Так. В обычный лук. Здесь бы тоже хорошо было поменять. Это что у нас? У нас 2 на урон, да? Плюс 5, плюс 11. Плюс 5 будем поменяем на плюс... Плюс 21 допса, плюс 11 холода, плюс 32 огня, редкий. Плюс 26 огня, плюс 23 огня, повреждение брони. Эти я пока оставлю. Мы же по-любому новое оружие найдем. Давайте, наверное, вот этот возьмем, да? А этот оставим. Плюс 11 урона. Так, итого получается, мы прокачали наше оружие. Мы сменили нашу броню и ее тоже прокачали. У нас есть 4 свободных навыка для прокачки персонажа. Я думаю, что стоит воина качать, да? Ошеломляющий удар. Мощный удар копьем быстро выводит машину из равновесия.
Это ближний бой. Давайте берем его. Ошеломляющий удар. У нас еще есть одно очко навыка, да, который нам, в общем-то, нигде не поможет. Боевой перехват. На 50% увеличивает срок, в течение которого укращенная машина будет оставаться под контролем Элой. Да, я понял. То есть, короче, мы можем стравливать. Здесь, получается, укращенная машина будет останавливаться под контролем Элой в течение неограниченного времени. Ага. Давайте приманку тогда прокачаем. А что, нам же нужно? Явно будем стравливать наших противников. Что ж, мы удачно сходили, прокачали наши навыки. Что ж, что мы будем делать дальше? А мы пойдем дальше по нашей основной миссии. Можно сюда зайти, в охотничье угодье, да? Давайте сюда подойдем. Постреляем чуть-чуть. А, кстати, у нас денег-то много. Предметы. Сколько у нас осколков? 1500. Но я купил себе новое вооружение. Может быть, стоит нам... Интересно, у нас в воровстве сейчас не обвинят? Нет, не обвинили. То есть в городе можно пошариться еще и лут найти. Там тоже у нас что-то привлекает, да? Интересно. Посмотри сама. Я что хочу? У нас нужно для изготовления серьезных стрел провода. Хотя у нас и так их 79 штук. Лучше, конечно, эхо-патроны, но... Да не, наверное, не буду. О, у нас, кстати, здесь новые, да? Взрывная нить. Хорошо. Провода. Да, не буду я покупать провода. Так, ладно, мы вроде как получили все синее оружие, которое у нас разделяется на 2 единицы. Возьмем большой лук и отправимся в охотничье угодье. Там что-нибудь подобываем. Давайте засейвимся здесь. Нам сюда? Так, мы спускаемся. Мы идем сюда, в охотничьи угодья. Мне хочется здесь попытаться набрать какого-нибудь лута. Мир за пределами священной земли. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор? Кто эта женщина? Та, что так похожа на меня. Зачем им меня убивать? След Олина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, интересно, я заставлю его заговорить. И он ответит за все. Какая большая птица. Но это явно не... Не то, что мне надо. Ладно, пойдем сюда. Пойдем немножко поохотимся. И продолжим наш путь. Опа, это тут у нас что? Енот? Енот. Енот, енот, охотничий лук. Куда собрался? В жопу тебе. Ну-ка. Шкура енота есть. Есть контакт. Так, изготовление. Что-то мы по вместимости хотели. Здесь у нас шкура енота, да? Колчан со стрелами для высокоточного лука. Есть. Так, шкура кролика. Ну, кролики, берегитесь. Вас, конечно, походу здесь нету нигде. Но мы сейчас будем... вас искать. Кролики, кролики. Так, у нас наступает ночь. Надо посматривать кроликов, да. Так, мы же теперь можем еще увеличить запас, да? Все. 25.
Красиво, даже ночью здесь красиво. Там у нас бизоны, да? А тут у нас кто? Ну, это, наверное, торговец. Да, это торговец. Так, делаем сохранение. И смотрим. Мы достигли, да, зоны, охотничьей зоны. А что здесь подразумевается под охотничьей зоной, мне интересно. Бизонов валить? Да вы чё? Прикалываетесь? Ну, если честно, я не особо горю желанием валить бизонов. Давайте смотреть. Тут неизвестные нам животные, да? Тут тоже как бы непонятно, кто тусуется. Давайте, наверное, дойдем до вот этого длиннонога, длинношея. И с помощью него мы явно сможем открыть кусок карты. А потом уже пойдем в Меридиан. Да посмотрим, что там и как. Да, я подозреваю, что здесь уже опасные территории, да? Или до хрена до него идти? А это что у нас? Тут лагерь разбойников. 500 шагов. Не так уж и много. Ну, не так уж и много, это при условии того, что мы здесь... Хотя мы уже 18 уровне, нам, в принципе, убежать-то мы точно сможем. Попробуем валить бизона, не спускаясь. Давай попробуем. А что ты нам сделаешь? Мы на горе сидим. Одного завалили. Остальные куда делись? Убежали. А это что такое? Это у нас коршуны, да? Нет, это у нас ребята-падальщики. И они чем-то таким нормальным хреначат. Ладно, я долго не буду думать, я просто соберу все, что я смогу с бизона и валю отсюда. Не удалось мне свалить отсюда. Да, получается, что я не очень хорошо знаю, что делать с этими птицами пока. Ладно. Тогда мы пойдем тупо в Меридиан. Так, мы можем туда переместиться, я так понимаю, да? Но зачем тратить ресурсы, если... Мы это сделаем пешком, не привлекая к себе особого внимания, просто убежим. Надо было, конечно, какого-нибудь бегуна взять в оборот. Там, кстати говоря, кто тусуется? А, мы туда, наверное, да, не нас...
Не хватит туда визора. А кто там? Крабы, да, небось? Нет, там у нас эти криворогие, или как они там, буры. Короче, бурильные. У которых рога как буры. Одинокий огонь, тыры-пыры. Ладно, бежим до меридиана, я думаю. Дойдем, посмотрим, что там. Буду сверяться с картой иногда. Кто у нас там пасется? Дуголоб. Привет, чувак. В принципе, можно, наверное, его оседлать. Ух ты, там какая-то застава? Какой-то замок, да? Шкура кролика! Yes! Мы ее добыли. Так, что там у нас вместимость? Вот. Высокоточного колчан. Все, четверка. А четверка максимальная, да? Больше недоступна модификация. Замечательно. Кончал для... Кончал. Колчан для охотничьего лука. Нам нужно еще что? Шкура лисы. Кролик. Что это такое? А, это... Мы только что этого зафигачили. А что-то же здесь шелестит, я понять не могу, что. Ладно, нам не сюда. Будем лисиц валить. По дороге. Лисиц валить. Лекарственные травы собирать. Потому как у нас почти нету. Это как раз лисица. Не то. Шкура лисицы. Замечательно. Так, изготавливаем вместимость. Все. Колчаны мы для обоих луков по максимуму прокачали. Да, нам остался нитимед по максимуму прокачать, кость лисы, сточное мясо. Ну, в общем, тоже на лисиц будем охотиться, да? Сколько же мы можем теперь? 60 стрел, да? Собирать. Ништяк. А сюда 30. Но это уже неплохо, я скажу вам. Очень неплохо. Так, тут явно побочные задания. А, чувачок какой-то стоит. Это Нил, что ли? Да, это Нил. Че, отвлечемся на него, нет? А тут, небось, опять у нас лагерь разбойников, да? Да. Блин, ну давайте, че, отвлечемся. Я видел места, где ты побывала. Новые поселенцы не ценят твое искусство. Свалили твои творения в яму. Но я знал, что искать. Возня на земле. Щедрая россыпь брызг. Я же говорил, еще свидимся. Нил, а ты все охотишься? О да. Я затачивал клинок, предвкушая запах сражения. Не пойми превратно, эти мрази и так очень пахучи. Но капля паники еще больше подчеркивает аромат.
как благовоние. И как же зовут твой нож? Что за вздор давать имя ножу? Ну вот и поговорили. Ты готова? Только не думай, что мне это нравится. Не волнуйся. Они унесут твой секрет в могилу. Так, ладно. Новый лагерь разбойников. Ну что, давайте выключим, да, наверное, задание. Включим вот это задание активное. Что там, много народу-то? Много, наверное. А он опять будет сзади, да, ходить? Гнус этот. Ой, Нил. Прошу прощения. Какой гнус? Нил. Так. Давайте, наверное, вон туда прыгнем. А, отсюда мы их ни хрена не видим. Мы не видим сторожевика. Да, и день наступает. Вот днем я хочу их зафигачить. Че, будем перебивать их всех или что? Только не падай, не падай. Разбойник-стрелок, разбойник-стрелок. Ладно, берем большой лук. Теперь у нас такая возможность есть. И снимаем потихоньку их всех. Попадем, нет? Попали. Я так понимаю, со входа больше никого нету, да? Да, со входа больше никого нету. Собираем лут. Лут лутецкий. Потом можно будет продать. Интересно, у них наверняка здесь тоже есть какая-нибудь система предупреждения. Блин, а лагерь-то здоровенный, да? Мне не нравится, что я ни хрена не вижу из этих. Отсюда мы их. Опа. Ага. Сняли. Что у нас еще здесь в округе есть? Давайте, наверное, вот этого снимем. Да черт! Так, 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 так. Че, запалили все, на? Нас запалили. Подай сигнал!
Я не вижу ни хрена. Они сейчас подадут сигнал. И мы, короче, все просрем. Ну, мы наверху, в принципе. Эта девчонка над нами. Да, эта девчонка над вами. Именно так. И у меня очень много стрел. Это кто? Это не уваляет, что ли? Так, два трупа, где еще они? Вот они. Да ты достал. Все? Много вас еще стало? Они, он молодец, Нил тоже хорошо стреляет. Ну и я неплохо стреляю. Так, у нас последний человек остался, да, я так понимаю? Давай, выходи. Ну что с тобой, идти пешком разбираться, что ли? Все? Все, зачистили. Конечно, не по-тихому, но в лагерь мы пробрались. Тактическое преимущество мы заработали. И лагерь мы зачистили. Предатели убили капитана Эрзу. Да, она Азирам. Но сражалась она за дом. Все еще вынюхивают. Предлагаю нам теперь собрать здесь весь лут, который можно собрать. Ну, это будет как минимум нам на руку. Я что-то не понял. А что это у нас? У нас же древесника было намного больше. Нафиг нам эта пушка? Теперь можно и дух перевести. Так, торговец, это, конечно, все хорошо. Но явно мы можем больше собрать. Мало того, это теперь поселение будет у нас как пункт, да? Перемещение. Блин, у нас же древесника было 700 единиц. Куда делась эта половина? Я так подозреваю, что я стрел понаделал. Вот они и ушли. Но лагерь мы освободили. Да? Да. Нам осталось теперь, я так понимаю, выйти из этого лагеря и пообщаться с Нилом. Так, я думаю, что у этого лагеря есть где-то сокровищница. Там еще лут есть. В солнечную погоду невольно улыбаешься. Древний амулет неправильной формы. Ладушки.
Поселение мы явно освободили. Сейчас пойдем сходим, пообщаемся с Нилом. Там что-то краска какая-то, я подумал, это маркер. Вообще обычно в таких местах есть сокровищница. А, вот она, все, нашли. Все, ловушка нам одна не понадобится. Можно с тебя что-нибудь купить? Так, охотничий лук карха тьмы мы можем купить, да? Да. Но нафиг он нам не сдался. Ладно, знахарь у нас вроде как есть. Пойдем дальше. У нас была другая задача. С этой задачей мы вроде как справились. Вот этот Нил странный чувак, да? Вот он в городе не остается. Он после того, как всех разбойников перебили, сразу же перебирается куда-нибудь на окраину. Такое впечатление, как будто его... официальные власти разыскивают. Помнишь, как кровь стучала в ушах? Потом все затихнет, и услышишь звон. Это призыв к оружию. Зов потаенных желаний. Или зов о помощи. Я бы услышал. Наверняка. Так. Так ты был солдатом? Сражался за Карха? За них, против них. Империя не может жить без войн. Нас не спросят. Но новый король Ават был иного мнения. Он начал расследование военных преступлений. Разве не всякая война преступление? Тем не менее, я вызвался добровольцем. Ты вызвался вести следствие? Нет, я добровольно сознался. Нет смысла тратить время на расследование. Ну и солнечная скала на 2 года. Справедливо. И что же ты такого сделал, Нил? Все было приемлемо, с учетом обстоятельств. Приемлемо для кого? Это не мне решать. Скажем, правила боя меня устраивали. Но правила должны быть. Это структура. Клетка. Без них, знаешь, встречаются пустынные места, где раньше была жизнь. А теперь дыра на лице мира. Скорее всего, это моя работа. Понятно. Ты 2 года сидел на скале? Это что, какой-то обряд Карха? Да нет, солнечная скала – это тюрьма. К югу от Меридиана, к югу от протоков. Наш новый король верит в перевоспитание. Как и я. Подыхая от жары в темном каменном мешке, я наконец осознал, что для меня в жизни действительно важно. Напарника себе нашел? Думал, я твой напарник. Мне нужно идти своей дорогой, Нил. А на ней как раз много разбойников. Меня это устраивает, я же не жениться предлагаю. Я не одинок, когда есть кого убивать. Пора идти. Краткий эпизод для нас и финал для них. Хотя стоит ли о них горевать? Так у нас еще спутник будет теперь? Забавно. Ладно. Плюс 10 тысяч опыта. Это хорошо. Так, ладно, что у нас? У нас дальше путь дальше до Меридиана. Так, ставим промежуточную точку и поперли. Или попробуем оседлать его? А, попробуем оседлать, что-то я не хочу пешком добираться до этого Меридиана. Там что-то хищное ходит. Блин, это ж пилозуб, походу, да? А, не, это здоровенный. Валим.
А, не, я думал, это здоровяк вот этот на нас решил согреться, а это не он. Ну, не он, тогда и ладно. Громозев этот, или Зев. Вон он, какой здоровенный. Мне он не нравится. А мы держим путь в Меридиан. На быке. Ну, это ж почти бык, да? Так, что у нас там по карте? По карте ясно здесь. Здесь все ясно, все прекрасно. Давайте сюда меточку поставим. Будем потихонечку добираться. Что, мне кажется, бегун какой-то порезве был, нет? Нас, честно, пропустят, нет? Пропустят. А здесь красиво. Ничего не могу сказать. Давай уже. Я так понимаю, впереди у нас какой-то город. Надо на него зайти, как минимум его открыть. Чтобы у нас мы могли... Ух ты, там какая красота внизу, а? Что это такое? Ладно, посмотрим, что здесь у нас. Костер? Сделаем быстрое сохранение. Смотрим, куда мы пришли. Вот тут у нас явно город какой-то. Это что у нас? Добка? Город солнца. А нам сюда? Да ладно. Нам в этот город солнца? Стоп. Я правильно понимаю? Да, что нам в этот город солнца как раз таки. Да, явно мы на животном-то быстрее добрались сюда. А вот, вот то, что... Но все товары подлежат досмотру на входе в город. Это возмутительно. Мы честные граждане. Расслабляться нельзя. Сколько еще ждать? И что прикажете, сидеть тут, пока все не стухнет? Давай-ка с тобой поторгуем. У нас же есть явно ресурсы на продажу. Есть. Это как раз то, что у нас не участвует в крафте, да? Да. Проверяем. Нет, все остальное вроде как нам может пригодиться. Мы не виноваты в том, что случилось с Сэмой. Я нес эту службу. Что тут происходит? Олин где-то там. И Эрэнд. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Эрэнд сказал, если я буду в Меридиане, он познакомит меня со своей сестрой. Сказал, она капитан авангарда. Здоровенный город. Я вообще туда иду-то? Так. Задание активное. Город солнца. Доберитесь до Меридиана, столица дома солнца Карха. Да. Если так пойдет и дальше, я через месяц разорюсь. Что бы ни случилось... Город никого не пускают. Это из-за убийства. Не рассчитывай туда попасть, странница. Я сочувствую. В город никого не пускают, да? Так, я так понимаю, нас сейчас развернут. Стой на месте! Ввиду недавних событий, без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Что у вас случилось-то? Убита капитан Эрза и бойцы авангарда. На Красном перевале на них напали карха тьмы. Эрза? Сестру Эренду убили? Откуда ты знаешь Эренда? Мы встречались. Позови его, это важно. Ха! Едва ли Эрэнд, новый капитан авангарда, скорбящий брат, станет тратить время на какую-то чумазую. Элой?
Ты жива? Я думал, погибла. Ну-ну, расступись! Аж сюда дошла, чтоб меня повидать. Ты что, пьяный? Ай, не очень. Чуть-чуть. Так ты жива. Надо отпраздновать. Я угощаю. Надо поговорить. Наедине. И будь добр, приди в себя. Пойдем. Вы разрешаете? Конечно, разрешаю. С этого дня она может приходить и уходить, когда захочет. Как скажете, сэр. Ну вот, мы одни, как ты просила. Что за разговор? Так. Почему я здесь? Нормально. За эти дни многое произошло. На инициации на нас напали убийцы. Выжили немногие. Мы были в деревне, когда начались взрывы на горе. Пришли воины, сказали, что почти все дети погибли. Как горько плакали твои родичи. Я до сих пор это слышу. Как ты спаслась? Важнее другое. Как они обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Убийцы пришли за мной, из-за Олина. В каком смысле? Ерунда какая-то. Ну давай, расскажем. Мне нужен Олин, и я хочу разобраться. Но он мой друг. Нет, он предатель. Я не знаю, кто эти убийцы и откуда, но я знаю, что Олин с ними заодно. Но я... Это... Не ломай голову, Эрент. Просто отведи меня к нему. Его здесь нет. Он уже не первый день по руинам шарится. Может быть, где угодно. Есть места, где он часто бывает. Где его можно застать? Дома. В Меридиане. Покажи мне этот дом. Надо его обыскать. Ладно. Но только если в моем присутствии. Вообще говно вопрос. Так, что там с твоей сестрой? Слышала про Эрзу. Мне жаль. Знаю, ты ее любил. Я любил. Да ее все любили. Она всегда знала, что делать. Все слушались. И я тоже. Теперь я должен встать на ее место. А я, как видишь, на ногах не стою. Бухать надо меньше. Так. Время лечить. Хватит себя жалеть. Я знаю, что такое боль утраты. Ну, типа любовью, да? Нет, давай время просто лечить. Просто нужно время. Ты освоишься. Если и дальше буду пить, то нет. А что бы сестра сказала? Да, ты права. Я должен быть к себе строже. Она так и говорила. Ладно, отведи пойдем. Меня к дому Олина. Ясно? Ладно, ладно, пойдем. Интересно, он быстро пойдет или он будет шататься? Он же типа пьян. Столько людей, и все говорят. Как в таком шуме думать? А я не думаю. Я просто пью. Ну, давай быстрее, блин. Из Нора? Видимо, теперь город всех подряд пускает. Сейчас тебе луком по ебальнику съезжу, блин. Всех подряд. Хочешь справедливости? Твою сестру убили. Кто за нее отомстит? Еще одно слово, мразь поганая, и я лично потащу тебя в тюрьму. Убирайтесь, пока я не дал вам пинка под зад. Ну как-то он слишком жестко. Не сейчас. Лично я хожу только наверх. Как нам попасть внутрь? О, какая тонкая работа. У него универсальная нога, ну универсальная отмычка. Ну, то есть кроме двери.
Вот это все для одного? Хорошо, когда есть друзья при дворе короля. Ну понятно, друг явно ты, да? Ладно, что, включаем визор, начинаем все здесь обыскивать. Этот угол ковра обтрепался. И пол тут затоптанный. Посмотрим, что под ним. Прям при входе секретная дверь, да? Ага. Вопрос в другом, как его открыть? Без ключа никак. Этот люк делали мастера Азерам. Его не вскроешь. Это мы посмотрим. Так. Тяжелый люк, обшит броней и отлично укреплен. Угу. Что-то еще надо, да, где-то, наверное, найти. И чё? Что-то у нас вот тут, да, вроде как светилось. Семейный портрет. Так, плетеная ткань, раскрашена охрой и изготовлена из насекомых пигментами. На этой картине изображена семья. Конечно, хорошо все, но только нам это что даст-то? Ничего нам, да, не даст это? Опа, ага, тут можно забраться. Это хорошо. Визор. Вон там какой-то сундук, да, у нас? Ух, ни хрена себе. Может, это как раз то, что мне нужно? Так, штабель слитков. Металл, сформированный в блоке с использованием примитивных технологий плавки. Совокупный вес достаточно велик. А там внизу люк, да, как раз? Ага, замечательно. И нам как-то надо его... подвинуть? Осмотрите дом Олина, придумайте, как сломать люк, осмотрите штабель слитков. Большой, тяжелый. Если такой упадет, еще и пол пробьет. Че, толкнуть? Мы подтолкнем. Да хрен бы она такой сдвинула бы. Я, кажется, попросил ничего не ломать. Забавно. Так, ладно, чё? Спускаемся вниз. А он уже сам туда пошел, да? Зависит от тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела гнить на солнце. Понятно. Его шантажировали детьми. Они забрали его жену и ребенка. Они? Кто они? Убийцы. Пригрозили, что убьют его семью. Так, дневник Олина. Книга. Пергамент, на котором чернилами нанесены глифы. Хорошо, что здесь у нас? Карта. Так, двумерная проекция, схематичная разметка. Географические данные проанализированы. Ага, что еще здесь есть? Все? Да, вроде все. Похоже, давайте изучим дневник. Олин? Я думал, он только контракты умеет читать, а он поэт. Ну, дневник — это не поэзия. Олин знал, что меня хотят убить. Угу. Дневник изучили. Теперь изучаем карту. Карта. Тут отмечены места, где он бывал.
Да, поговорить с Эриданом, да? Эрендом, точнее. Я докажу. Последняя страница. Он пишет про меня и приказ меня убить. Еще друг называется. Проклятый предатель. Где ты научилась читать глифы? И эти образы, как ты это делаешь? Мой визор. Он показывает то, что скрыто. У Олина такой же визор? Устройство тоже, но... Каким-то образом он и убийцы могут переговариваться между собой на расстоянии. И видеть то, что видят чужие визоры. Будто смотришь чужими глазами. Значит, так они о тебе и узнали. Через Олина. Да, насколько я могу судить. Теперь я знаю, где искать Олина. Я пойду за ним. Что, в одиночку? Так будет лучше. Быстрее доберусь. Стой. Если с этой штукой ты можешь видеть то, что скрыто. Дай пройти, Эрент. Я прошу тебя о помощи, Элой. Скажи, кто убил Эрзу. То, что это Карха Тьмы, я уже знаю. Но кто? Кто конкретно из их солдат? Мне жаль твою сестру. Но это твоя война, не моя. Вот только этого не надо. Ты пришла сюда, чтобы найти тех, кто чуть не убил тебя, погубил твоих родичей. Ты ищешь справедливости, я тоже. Слушай, я пойду к Красному Перевалу. Там нашли тело Эрзы. Буду ждать тебя там. Прошу тебя, удели мне хотя бы несколько минут. Пожалуйста. Красный Перевал? Ладно, посмотрим. Так, новое основное задание – поле павших. Разыщите Олина в зоне раскопок. Угу. Ну, по-хорошему, конечно, ему тоже надо помочь. Мы тут ничего не пропустили? Да вроде ничего. Вон там целое ведро со стрелами. Какого хрена я не могу их взять, а? Ну и что ты тут лазишь? Ты же пошел куда-то там к перевалу. Так я понимаю, еще и с кучей войск должен был пойти. А что у нас? Мы не можем дверку открыть, да? Не, не можем. Что еще тут интересного? А мы теперь можем по этому городу шастать как у себя дома, да? Ух ты какой. Крутышка. Так, это у нас торговец, да? Опа, это какой-то другой торговец. Сундуки. Сундук путешественника Банук. Интересно, а что это, можно продать или что? У нас же тоже такие же сундуки есть, да, как бы, по-моему. Торговец. Странно. А город красивый, да? Да. Архитектура забавная. Да, город интересный. Очень красивый город. Так, что у нас по карте? О, у нас тут торговец. Так, трофей охотничьих угодий. Трофей из охотничьих угодий. Что вот это такое? Торговец с особыми товарами, ресурсы. А этих мы не знаем. То есть здесь куча торговцев всяких разных, да? Да. Так, здесь у нас что? Разыщите Олина в зоне раскопок. И у нас еще есть задание какое-то, да, основное. Город Солнца. Разыщите Олина. А здесь, это, я так понимаю, соседнее задание. Встретитесь с Эридом на Красном Перевале. А это где по карте? Опа, это еще дальше. Ну, может быть, по дороге как раз мы этим и займемся. Что ж, ребята, на этом я буду заканчивать эту серию по Horizon Zero Dawn. Если вам понравилась серия, ставим пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. И с вами был Соп. Увидимся в следующей серии.